Всем привет и добро пожаловать на съемку моего суперного мотивирующего ролика под названием «Как пригласить брата в горный, если ты крутой чел или просто чел». То, что я использовал трек из фильма «Миссия невыполнима», не было случайностью, но я искренне верю, что час X все-таки настанет. И когда-нибудь Ваня возьмет свою большую семью и приедет к нам посмотреть на горный Алтай. Я очень тоненько намекну, когда скажу, что вы абсолютно обязаны приехать, потому что, чтобы снять этот ролик, мне пришлось славно потрудиться. Я проехал около 1600 километров. Съел около 4 килограммов бананов, потратил около 1 миллиард часов, чтобы сочинить текст и сделать 500 дублей каждого предложения, которое я сейчас говорю. Начну я свой рассказ с самого начала. Миллиарды лет назад, когда Бог создал Землю, ой, это уж слишком сначала, где мой сценарий, а вот моя история начинается с того, как я поехал в Горный Алтай в одну маску. На самом деле я очень люблю путешествовать один. Это очень сильно расслабляет и дает полную свободу в действиях. Тебе ни с кем не нужно советоваться. Я могу снимать, ходить по горам, есть бананы, снимать там, снимать сям, снимать вообще что угодно. Но если вы приедете, так уж и быть. Я готов развлекать только вас. А теперь хочу показать вам пару моментов, как надо ехать в горный Алтай. Надеюсь, вы обратили внимание на реку за окном. И это только начало огромного мира горного Алтая. В тот момент я был абсолютно счастлив, и мне хотелось поделиться секретами своего хорошего настроения. Ешьте больше бананов и будете всегда на позитиве, как и я. Come on, motherfucker, everybody has to die. People equal shit. People equal shit. People equal shit. Честно сказать, над переводами песен я задумался уже после того, как все отснял. И получилось так, что они не все цензурные. Также по дороге набегала тоска, и я вспоминал свою первую любовь. В следующем фрагменте я проезжаю границу между Алтайским краем и Республикой Алтай и слушаю очень позитивную песню. Республика Алтай. Suck on my big fat. Ваня, мой тебе совет. Если тебе не хватает мотивации, чтобы приехать к нам в гости, то слушай мою любимую мотивирующую песню каждый раз после того, как отведешь детишек в школу и в садик, и будешь в машине один. Надо окончить учебу, чтобы потом найти работу, чтобы потом на ней работать ради повышения, рвать жопу, чтобы тебе не говорили за спиной, что ты ничего не добился. Как был, так и остался тем же мудаком, а уже за 30. Хватит быть мудаком, хватит быть мудаком. Пора браться за дело, ведь вся жизнь ставится на кон. Я понимаю, что уже надоел своими песенками и хочется картинок с пейзажами. Скоро я их покажу. Менты. Ой, не та песня. Конечно, это далеко не все треки, но последний я просто не мог не поставить, потому что мне его скидала Марина. Это было примерно 200 миллионов лет назад. Пафосная глыба, на лице лыба. Пью чиво с Ригал, курю чиво-чиво. Прыгает под музыку мой новенький москвич. Я купил его всего за пару тысяч. Тыщ, тыщ, ты тыщ, тыщ, тыщ. Ты-ты-тыщ, ты тыщ, тыщ, ты тыщ. Ты-ты-тыщ, ты тыщ, тыщ, ты тыщ, 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 ты тыщ. А мне, мне. Кстати, это мой любимый момент.
Погодите, никто не заметил, либо мне одному показалось, что там был перевернутый дом. И вот приезжаю я на базу и смотрю, по всей территории бегают кролики. В администрации мне сказали, что вообще кроликов было два. Никто не знает, откуда взялись все остальные. Ну, я, конечно, хотел им объяснить, но потом думаю, да ладно. Это не было лучшим местом для отдыха, но с точки зрения географической позиции база расположена очень удачно. Потому что совсем недалеко есть озеро Манжерок, где работает подъемник, и всего лишь за 350 рублей ты в течение часа будешь наслаждаться красотами горного Алтая с высоты. Также неподалеку расположена особая экономическая зона – Бирюзовая Катунь. Там очень даже неплохо. Единственное, я не знаю, что там делать, кроме как загорать рядом с искусственным водоемом. Еще одна достопримечательность – это Ажан-Су, где расположен священный источник и куча торговых лавок, где вы сможете купить все всякие сувениры, приколы, талисманы. Как-то я там покупал символ вечной работоспособности и с уверенностью могу публично заявить, эти штуки ни хрена не работают. Еще одно заманушное место Горного Алтая – это казино. Поэтому слушайте меня сюда внимательно. Соберите все свои сбережения, а лучше заложите дом. Потому что, когда вы приедете, мы будем становиться богачами! А вообще, мое любимое место в Горном находится, не доезжая Чимала. Все мое детство мы там отдыхали, и на фоне ностальгии меня туда постоянно тянет. Там была даже бабушка Люба, а вы еще нет. Если кто-то видел мой ролик на конкурс, то знает, что в Ангудайском районе горы намного выше, они скалистые. Там есть петроглифы, курганы и много другой странной дикой всячины. Еще дальше есть вечные ледники и горные озера. Там были дядя Саша и тетя Галя, а вы еще нет. Вселенная дала нам мир полон чудес и сказок. Вселенная дала нам все. Нужно только поднять свой зад и посмотреть на мир. Перед нами тысячи путей, миллион дорог, сотни стран. Не только дом и работа. Мы думаем, завтра что-то само поменяется. Нет, поменять можем только мы. Начни свое путешествие с Горного Алтая.